Максим Амеленчук, и сегодня в видео мы с вами разберем, эффективны или неэффективны листовки, буклеты и флаеры. Я приведу опыт нашей компании. Для того, чтобы листовка или флаер хорошо работала, в первую очередь нужно определиться очень четко с тем сообщением, которое вы хотите донести вашему клиенту. Так, например, в этом флаере мы приглашаем людей на день открытых дверей. Здесь есть очень четкое послание. Мы прописываем все выгоды, которые получит человек, который придет на день открытых дверей. В этом флаере мы рекламируем, мы предлагаем человеку скачать или получить у нас в офисе книгу про ипотеку. В этом флаере мы рекламируем книгу «Материнский капитал», мы приглашаем человека посетить в офис, предлагаем ему бесплатную консультацию. В этом буклете мы предлагаем выгодные условия обмена. Здесь есть четкое специальное предложение клиенту. Поэтому перед тем, как запускать кампанию, очень четко определитесь, кто ваш клиент, что вы хотите ему донести, и только после этого разрабатывать маркетинговое сообщение. После этого переходить к изготовлению полиграфии. Смотрите следующее видео, подписывайтесь на наш видеоканал, оставляйте комментарии. До следующей встречи! Thank you.